Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. На ваших экранах игрушка под названием Sleeping Dogs и Вэйшэнь в новой одежде. Да, я тут съездил по вашим рекомендациям, поднялся немножечко репутацию. Вот, задания там достаточно тривиальные, практически друг на друга похожи, поэтому нет смысла их показывать. Вот, я не хочу на это время, если честно говоря, тратить такое хронометражное, поэтому... Я думаю, надеюсь, что вы поймете. Что хочется сказать. Давайте выполнять, давайте играть дальше. Я вот, кстати говоря, еще не знаю, вот у нас вот эти вот миссии серенькие. Не помню уже, что они себя представляют. Уже давненько я в эту игру не играл. Прикольно так чувачок мой выглядеть стал. Черная маечка, татушки ему как-то больше, более к лицу. Так, парковка рядом. Сейчас возьмем нашу суперскую тачилу и просто поедем всем надирать задницу. Свадьба сейчас будет. Сейчас я вот в таком виде на свадьбу припрусь. Интересно, заставит меня переодеваться в какой-нибудь костюм? Так, хватит тут стоять, ничего не делать, упыри. Летим, летим! Так, облако, кстати, недалеко ехать, слава. Слава яем, я же так сказал. О, скорее всего, переодеваться сейчас заставит. Правильно, правильно, бойся. О, видите? Заберите свой смокинг. Ну да, видите, заставляет переодеваться. Я не знал, правда, что сейчас тут будет. Положил. Во, видите? Смыть какой крутой. Stuck in traffic. I'll get there as soon as possible. Don't worry, there's still time. Don't start without me. Не вопрос. Отправляйтесь в банкетный зал. Драка на свадьбе будет интересно. Куда же без этого? Какая свадьба без драки? Да, друзья? О, туда надо тоже ехать, еще не очень-то и далеко. Ну что, Вэйшэнь уже так в иерархии бандитской немножечко приподнялся. Это не может нас не радовать. Через две сплошные поворачиваем. Смотрите, как круто здесь прям. Светский раут. А, какая невеста. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu, I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing in and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where do you park? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Короче, вот такими вот китайскими бытовыми делами нам заставляют нас заниматься, да? Что-то сейчас будет. Ух ты, господи, что ж ты уронил-то такое винище дорогое? Сейчас же тебя убьют. Что такое? Что там, перебили что-то? А, туда понятно. Тут уже не до вина. Так, по лесам, да? Вот сюда вот, наверное, надо сейчас. Опа. Тихо ты. Ну, запрыгивай. Круто. Опа. Так, тихо, ничего, я не пропускаю. Закрыто. Не, я просто боюсь какую-нибудь статуэтку пропустить. Какая же-то, оно, наверное, этот. Наш главный конкурент. Ух ты.
Угощение, а, люди? Ва, невеста, это такое похищение невесты, да? Разберитесь с официантом. Только контратака настается. Здесь я что-то не успеваю я. Куда еще? Лежать. О, хорошо. Турельца. Что меня, кстати, вот в этой игре радует? Очень хорошо себя ведет камера, то есть ракурс выбирает удобный. Так, все, разобрались с официантами, теперь... Ничего, не со всеми официантами разобрались. Ах ты гадина. Да что ж такое-то, нажимаю уже. Ух ты, это еще тесак какой-то. Давай, сволочь, лезь. Больно? Бежать. Вытащить выстрел, так. Ой. Кто так? Ты кто так шмаляет-то, больно? Где он там есть? Так, сзади куда-то, смотрите, присел там. Вот говнюк, а? Лежать, сволочь. Главное, не сильно особо. Весь в кровище, господи ты, боже мой. Чувака из рая. Ох ты ж мать моя женщина. Посмотрите, что творит. Какая вообще картина. Счастливый день. Прям как в GTA в четвертом, да? Пегги. Один из вариантов там такой был. Пегги. Out of here. Чик. She doesn't... Какая жесть, а? Я так и знал, что сейчас таким нехорошим все кончится. Уинстон! Фак! Да, вот тебе и триада, блин. Вот тебе и война, триад. Так, о, взяли, короче, крутой. Так, тихо, как-то обойти нельзя. Стоп, может быть, как-то можно подлечиться? Не? Лечиться пока нельзя. Шмалялова просто радовать, смотрите, что происходит. Чё вы деда-то мочите? Вы представляете, что вы сейчас себе вообще накликаете? Жаль. Всем лежать. Так, тихо. Дёргается так резко. Живой еще ребенок, да? Так. Как нам лучше пробегать-то? Спать, скотина.
все там. Слушайте, какая кровища, смотрите, последний раз. Это просто офигенно. Какая детализация. Я просто в шоке. Я просто в шоке от эксперимента. Тихо, давайте осмотреться. Ничего ли это какие-то. Смотрите, ну конечно, красота неописуемая. Блин, какого она года там, а? Игрушка старая уже, офигеть какая. Двухлетний там или трехлетний, да, давности даже. Еще один. О, смотрите, там говнюк остался с этим, с заложницей, да? Так, дядюшка По. Так, пистолет мне этого не нужен. С автоматом как-то веселей. Офигеть. Правда, рейд прям фирменный своей этой самой. Ну, похоже очень на рейд. Я думаю, даже те, кто снимали второй рейд, даже чем-то вдохновлялись. Потому что там и даже вот сцены, особенно концовочные, финальные этой драки, очень похожи. Так, ты кто такой? Странный человек. Просто человек, да? Ладно. Ну просто жестяк. Круто, очень круто. Uncle Paul! Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Крутой кадр. Uncle Paul! Обалдеть. Так, дядюшка По, блин, сейчас дядюшка По. Надо как-то защищать его, да, будет? Блин, не очень удобно, мне кажется, это будет. Так, надо нагнуться как-нибудь можно? Не, нагнуться нельзя. Сумки все везде валяются. Тетка, ты тут свали! Ты вообще потрясающий. Молодец. Ты что, гаденыш? Так, дядюшки, кстати, По, независимо от того, попадает в него или нет, ХП отнимается, я смотрю, да? Хорошо попал. Ой, это ж свой. Нельзя. Так, отлично, пойдем. Ах ты гад, не отлично. Хорошо, попали. Так, дядя По, побежали в темпе. Куда бежать? Налево, направо, прямо. Так, походу туда. Так, там еще остались последние, я так понимаю, порции. Долбанный официант, а? Сейчас меня так кокнут. Все, побежали, побежали. Быстрее, 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 быстрее. А, у меня восстановился хпшечек. Это радует. Блин, да господи, еще там прут. О, можно было взорвать. Сейчас сдохнет он, давай быстрее, беги. Так, так, ну там наш уже, да? Какая жестокая перестрелища. Давай, 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 беги, беги. Все, успели, славьте, господи. Мой отец, он ранен. Мы нужны доктора, сейчас! Что это? Что происходит здесь? Мой мальчик, может, ты хочешь уйти, перед нашими друзьями, полицией. Show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. I'll be clear. Okay, okay. Хрена ты на медсестру. Вообще-то врач нужен. На медсестру наехал. Запугал тетку. О, тут сразу с обеих нам, да? О, отлично. Свадебный костюмчик сразу дали. Так, это у нас есть. Удар в подъеме. Это тоже нам
Блин, даже не знаю. Удар в подъеме. Давайте его выучим. Отлично. Встретимся в условном месте. Условленном. Хорошо. Да, слушайте, очень крутая миссия была. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck, Raymond. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a red pole, sure. But his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Way. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Way. You're one of them. Да хватит уже, господи, ерунду тут молоть. Your best shot taking down the sun on Yi? Да. Exactly. We done? Yeah, we're done. Anything happens to me, you look after my people, okay? Get Peggy out of here. Winston! She doesn't deserve this. No! Опять сны ему всякие снятся нехорошие, да? Ну оно... Ну, чё ты в этом клоповнике-то тут забыл? У нас же крутая хаза есть. Все, давай, давай, приходи в себя, дорогой. Ладно. Так, далеко нам ехать? 820 метров. Дело сорви головы 4. Опять что-то, наверное, сейчас будет гоночное, мне кажется, нет? Я уж не помню, что это все означает. Машину мне, карету мне, пожалуйста, в студию. Так. Так, аккуратно, аккуратно. А, блин, я все, кстати, никак не сделаю, знаете что, никак не по... Ну, ладно, может быть, в одной из следующих серий я повстречаюсь с нашими друзьями, подругами, кто там у нас, на свидание, чтобы сходить. Чтобы они мне там показали местоположение всех. Давайте. Уничтожим. Хрена там понаехали. Хватит тут атаковать меня. Ну, 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 ну. Ну чё вы такие все? Блин, он какой-то крутой. Ахарики, прям по мотоциклетам. Ну чё ты? Ты ж громила, блин. Лежать. Опа. Отдыхаем. Больно? Так. Ты все не угомонишься. Бежать.
Бум тебе башку. Ну чё башкой-то не ударяет? Бежать. Все, разбежались. О, смотрите, за это тоже авторитет дают. О, надо будет как-то этим позаниматься. Но это просто... Все, я понял. Спасибо, спасибо. Благодарю за благородство. Взломайте камеру. Воспользуюсь системой наблюдения. Так, я еще камеру не взломал. А ну сваляй отсюда. Не мешайся. Да вали, вали отсюда. Так. Вот сейчас этим методом исключения, да? 0, 1, давайте. 2 и 3. Так. 0, 1, 2. Так, тройка, значит, должна быть на другом месте. 4, 5 и 6 пробуем. Так, значит, это семерка и восьмерка. Так, а тройка сюда. И семерочку сделаем. Так, тройка есть. А эти места меняем просто. И все. Все просто. Методом исключения. Воспользоваться. Так, стоп. Телефон что надо достать? Как мне там? Что сделать-то надо? Что-то я забыл. Сейчас ничего сделать надо. Или уже все? Э, а тачка-то моя где? На мою машину села, что ли, уехал? Вот говнюк, да? Так. О, поехали. Сколько что-то этих самых-то сереньких щитков. Так, а эти братки, да, стоят? Они, короче, тоже тут красные. И дайте, короче, к сереньким щиткам все-таки еще разочек закатиться, попробую. Гонки пока не хочу. Тихо. Воспользоваться. Я, видите, не воспользовался системой наблюдения. Почему-то. Забыл, как это делать. Блин. Нет, ну не в отчетах же это надо делать-то. Соцентр. Нет, тоже нет. Как воспользоваться-то, блин? Сейчас вообще из головы вылетело. С телефоном же надо что-то сделать. Тут хоть убейте, не помню, а? Ёлки-палки. Не помню! Ай. Господи. Ладно, хрен с ним, поехали, короче, выполнять задание. Потом вспомню, доделаю. Короче, надо, знаешь, просто повышается этот хрен. Надо бы пересмотреть свое же видео. Я же помню, это дело у нас входило в обучение. Ой-ой-ой, блин. Мы, кстати, здесь тоже, по-моему, обучение-то проходили. Пацан-то этот тусует, смотрите. Господи, что за маршрут-то проложил, а? У-ху!
будем тут. Не опасно, они очень тормозят процесс езды. Господи, кто же телепает? Все, а? Жух. Блин, сбил. Так, мы в центре города, да? Еще одно появилось у нас задание на репутацию. Ладно, я потом говорю один, ребят, ты выполнил, пока не буду я занимать время, лучше все сюжетно, конечно, в первую очередь. Так, второстепенные задания, они очень однообразные. Все, приехали. Where is this guy? Hotshot's trying to kill me! He's crazy! He's... Shit! Те, как, что сделать? Доберитесь. Как мне это сделать? А. Доберитесь до центра антенн, что ли? Так, это, наверное, центр прям самый. Господи. Что за придумки такие интересные? Центр антенн, блин, пока сообразишь. За фигня такая. Ой, проёмба. Так, единственное, что-нибудь налево надо повернуть будет. Дороги, псы. Да, вот где-то здесь. Опа. Тормозим. Хорошо. Так, где... Как мне поймать? Найдите одну общую для всех антенн, нажмите Enter. Так, я что-то не соображу, пока подожди. Блин. Что, заново что-то переиграть придется сейчас? Только не надо ехать, пожалуйста. Я что-то не сообразил, если честно. Что-то у меня сегодня... Я сегодня тугой. Еще раз пробуем, ребятки. Пробуем еще раз. Я не знаю, что это за бред. Так, давай попасть. Сколько я уже за все эти попытки... репутацию испортил. Полицейскому. Гадство, конечно, редкостное, но это не миссия. Все к чертям собачьим, ломай, круши. Блин, конечно, да. Что-то я как-то... Зашибись, его носит. А вот за это почему-то не отняли репутацию. Так, давай. Нашлось! Это вообще бред, ребята, форменный. Вот. Все, давайте быстренько доделаем эту миссию дурацкую. Ну, правда, дурацкая какая-то чушь это вот со сканированием. Я надеюсь, что это не будет нас преследовать всю игру оставшуюся. Просто надо было, это называется методом тыка. И этот метод тыка может продолжаться очень долго. Так, а у нее там как тоже ХП отнимается. Миссии, короче, принципиально тем ХП в основном. Да, нас в этом эпизоде ждали. Еще счетчик не работает. Или нужна скорость еще больше. Триста метров. Совсем чуть-чуть осталось.
Ой, ёп. Ты чё творишь-то? Ну, блин. Обалдеть. Упал в воду. Так. А, во, на мотоцикле сейчас поедем. Быстрее нас... Слушайте, ну какая тупая миссия. Ну я не знаю, ну это просто пипец. Еще назло поставил мне свалиться. Маршрутка тупорылая тоже попалась. Ладно, у меня скорее загоном быстро приедем. Не, ну это свинство, конечно, редкостное, форменное, блин. Летим, летим! Че счетчик-то не срабатывает? Не считает меня. Говорим на еду там, что такое. Какая скорость еще, блин. Круто. Так, аккуратно, блин, надо уже, я уже боюсь. Где она тут есть? Ты здесь? Во. Расследовать аварии. Так, короче, проще, блин. Фига тут, смотрите, какая фигня. Подруга, ты тут как? Это он таким макаром расследует? Ух ты ж, ё. Какая жесть. Уйдите с места аварии. Спасибо, молодец. Сейчас мне еще от копов, наверное, да? Да где ты? Ой, зачем я сюда на мотоцикле дурацком спустился? Фотографируйте, Все? Позвонить... А, нет, не все, позвонить Тен теперь. Стетка, ты чё? А, вон там уже врач. Yeah, well, they acted too fast. I have an eyewitness statement and all the evidence you need to get this bag of shit off the streets. I'll type out a warrant. Don't bother. I have a better idea. I'll challenge him to a race, and once we're in it, I'll lead him right to you. All right, but wait. I want him alive. Хорошо. Отправьте смс-ку с вызовом. Такой лайтовый на понт. Надо какую-нибудь тачилу-то покруче взять. Встретимся на пике Виктории, захвати быструю машину. Так, это еще не конец, я так понимаю, да? Ух ты, ну какая вообще, вы посмотрите, махина-то. Так, главное ее теперь довести в целости и сохранности этой махины. Обалдеть, вы посмотрите, что за тачка. Она просто неуправляемая! Тихо, тихо, тихо. Тихо, блин. Вот урод-то, а. Что за урод-то такой? Что, просто носит, как не знаю кого. Да, круто. Сейчас мы его будем еще... Я сейчас не знаю, как мощь будет. Человек говно, что ж ты не видишь. Спать уже, иди. Вот как я... Как на такой машине можно... Не разбиться к чертям в хлам. С такой-то физикой. С такой управляемостью. Чтоб таким, блин, меня отправил...
закоулком кататься. Спасибо. Сейчас машину себе все расхерачу, пока доеду. И... Да, она какая-то уже не очень красивая. Да господи, я доеду когда-нибудь туда. Да, вообще просто наитупейшая миссия. Блин, я не знаю, я бы... Сам ты говнюк, волосатая махня, блин. Ну да, я на раздолбанной тачке. По этому же маршруту. Не вылагивайте мне терпеливый строй, пока не заходите. Вот поста. Хорошо. Мне бы свой автомобиль не вывести из строя, а? Мне бы его еще и догнать-то. Круто вообще, да, так, видите? Едешь, смотришь. Никого нету. Только трасса. Бляха ты, муха. Ой, хорошо, как все придумали. Да что? Как-то стена теперь немножко переменилась в управляемости машины-то это. Все красиво, такой дождик, такая ночь. Прям форсаж. Форменный. Так, аккуратно, аккуратно. Да куда ты, господи? Срезать хотел, не срезал. Не летел опять. Ну все, 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 догоняю. Блин, а я ее... Мог бы сейчас тоже срезать. И долго нам до этого блокпоста ехать? Кто скажет мне? Прям не отстал, смотрите, он прям нет, сам не дает догнать себя. Той чувак. Ну чё, долго ехать-то? А, вот. Спасибо, блин. Копа, вы за меня должны быть, а вы меня не даете. Ну-ка, иди сюда. Ты, господи ты, боже мой, то что ж ты делаешь? Я выведу из строя этот придурок. Кстати, Кокоп там вообще... Он Кокоп быстрее, чем я ей. Ну как его вывести из строя? Он опять уехал, я в какую-то херню уперся. Просто потрясающая миссия. Почему, кстати, машина-то его не вывелась из строя? Семерикан. Тихо. Тормозим. Ну, у меня тачка уже там покоцана изрядно. У меня тоже. Ну откуда ты берешься? Ну все. Нет, он еще живой. Так, теперь мне еще надо уходить по погоне. Ну, тачка крутая, я надеюсь, на нее в гараж отрешат. Ладно, я тебя подожду. Я еще раз тебя подожду. Господи, ты придурок ты. Все, отвали. Ой, да. We picked Hotshot up. Little punk never shuts up. You should have seen the look on his face when we charged him with murder. He'll get 20 years at least. Nobody pays much attention to those guys, but they kill or injure dozens of people a year. Impossible to say how many lives you saved, but you really did a job on this one, Officer Shen. Спасибо вам большое.
полицейский рейтинг. Ура! Я заработал. Дело негодяя. Отчет агент Хумерсона. Так, спасибо вам за 1200. Ой. Забыл. Ай. Где мое улучшение? Статистика игр. Так, это всего лишь социальный центр. Значит, надо сюда. Так, вот улучшение. Полицейские. Так, что там можно сделать? Серия в замедлении. Имея в руках огнестрельное оружие, вы входит в режим замедленного прицеливания, удерживаем. Вот, вот это вот будет полезно. Хорошо. Хорошо. Ура-ура. Так, ребятки, все, заканчиваю на этом я серию. Это дурацкая. Блин, ну это просто какой-то бред, если честно говоря, форменный. Сейчас то, что происходило. Сколько я мучился с этим говном. Чтобы, блин, найти эту бабу. Отсканировать. Ну, правда, бред какой-то. Ой, вы что, с ним подраться хотите? Ну давай, дерись, 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 какашка. Попинаем, попинаем. Все, готово, друзья. Все, друзья мои, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что вам хоть как-то улыбнуло, как я по слову почил здесь. Скоро увидимся в следующей серии. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч. Большое пока.